Вот, Владислав из Запорожской области мечтает о самокате. Три годика Владиславу, видно, он только осваивает это новое средство или хочет его осваивать, и мы такую возможность Владиславу предоставим в Запорожскую область, самокат отправим. И сделаем все, чтобы у детей мечты сбывались. Новый год для этого и создан, это наша святая обязанность.